I gotta make my mind up. I'm gon' grind, gon' shine until my time's up. I got money in my mind, is that a crime, yeah? Don't wanna go back to the days when I was broke. But girl, you my priority. And I'll put your heart way over me. Блин, я, конечно, молодец, я не туда поехала. Извините. Я сейчас приехала обратно наполнить кулеры еще напитками, потому что я продала где-то, может быть, 40 банок. И люди просили меня там определенного вкуса купить, привезти им пиво, поэтому я прихожу обратно и ложу, добавляю то, что они просят по заказу, короче. Я принесла маффин с дома с черникой, это мой любимый на свете маффин, капкейк. Это мой завтрак. У нас сейчас уже 12-15 дня, и там очень много людей играют в гольф, но не все пьют. Моя работа — продавать напитки. Конечно же, я должна продавать напитки, как вода, Gatorade, чтобы все были напиты водой, шлево, чтобы они не окоченели там. Поэтому я продаю как бы воду и так далее. Но, конечно же, гольф-клубы добавили алкоголь, потому что гольф плюс алкоголь — это очень весело, и люди тратят на это деньги, и они зарабатывают просто миллионы долларов на этом, поэтому, конечно же, моя задача — это продавать алкоголь, поэтому моя работа называется Beverage Card Girl. Продавать напитки на гольф-карте, но напитки в основном — это алкоголь, пиво и так далее. Я перекусила своим маффином, теперь вам покажу. Я нашла зеркало, полный рост. У нас можно одевать, получается, любую обувь. Главное, чтобы она... Точнее, главное, чтобы, по-моему, нога была закрытая, чтобы, если тебя переедет машина, твои ноги не сломают. Я одела черные штаны. Обычно мы одеваем черные юбки, потому что для гольфа, которые... Я сейчас фотку покажу, вот такая вот юбка. Но я одела штаны, потому что сегодня должен был идти дождь. Но дождь был вчера, и сегодня он уже закончился. И опять его не будет сегодня, надеюсь, слава богу. И тут видно немножко мой живот, но... Ничего страшного, я как бы... Я так не делаю. Ну, надеюсь, я так не буду делать. Ну, у меня все хорошо. Мы покушали, пописали, помыли руки, поправили волосы и идем обратно. Только ящичков здесь. Так тихо. Очень страшно. Идем тебя обратно. Пока здесь никого нет, я хотела вам быстренько показать. У нас есть два points, типа, откуда вы стреляете. Получается, бьете мяч. Блин, здесь плохое образование. А, нет, этот просто перевернулся вверх ногами. Что с тобой не то? Давай тебя спасем. Ой, боже мой, Бобик. Какой-то, как-то, давайте назовем его как-то. Короче, их разукрасили, я не знаю кто, но тут каждый камень разукрасили. Получается, вы ставите сюда свой шпиктик. Не знаю, как называется. Шпиктик. Скажу. Так вот. И между этими камушками. Смотрите, какой хороший. Разукрашенный. Моя мама любит разукрашивать камни. И бабушка рисует на камнях, поэтому это прям отлично. Ой, люди сзади едут. Это так странно, что я снимала камни. Подумают, что я ненормальная. Убегаем. Это один человек. Сзади еще два человека. Мне на телефоне быть нельзя, но когда есть птицы, у меня есть как бы excuse снимать с телефона. Птички! Невелички! На самом деле они огромные. Это очень большие птицы. Вот еще. Извините. Я
я тут доставляю персональную доставку людям, они просят у меня бутылки пива, и нам нельзя как бы бутылки с пивом ставить в кулеры, потому что они разобьются. Я в отдельные мешки их поставила, чтобы они не разбились. Также я нашла мячик, и я 3 раза уже мимо него проезжала, и никого рядом нету, или нет, я не знаю, как это сказать правильно, так что я сейчас, не окунувшись в болото, попытаюсь взять этот мячик, потому что если он не чай, и вообще-то людям как бы плевать на мячики, потому что у них столько этих мячей, что я могу взять себе. Поэтому у меня будет коллекция мячей, с которыми я даже не умею играть. Я собирала, кстати, в другом престижном клубе. Там у них очень такие классные шарики, яркие есть тоже. И я взяла себе фиолетовый шарик, розовый шарик, зеленый и красный. Они у меня сейчас дома лежат. Такие яркие шарики, я не хочу с ними играть, потому что мне жалко их потерять. Я везу кому-то пластыри, потому что кто-то бровью порезался об бревно. Или что-то такое произошло. Никогда не знаешь, что может случиться на гольф-клубе. Я не знаю, как это произошло. Откуда у него порез? У него на брови порез, поэтому я ему везу 3 пластыря, он попросил, чтобы оно не слетало у него с глаза. Поэтому мне было смешно, но мне его жалко. Боже мой, как мне нравятся эти гусики. Они сейчас пьют воду. Пьют как слоники. Слоники! Прикольные такие, мне нравятся. Сейчас я их напугаю случайно. Блин, я тут чуть не убилась и не убила другого человека на гольф-карте. Я ехала очень быстро вокруг этого угла, и там ничего не видно, там вниз вот так вот идет. Они поднимались вверх, я ехала вниз. Но я обычно все вижу отсюда, как бы кто там едет, там крыша, или я, знаешь, немножко медленно еду, чтобы убедиться. Но у меня солнце так сильно слепило, что тут такие вот лучи солнца было. Я вот так вот руку держу перед лицом, я не вижу ничего. Думаю, ладно, какие шансы, что там будут люди, если тут никого как бы не было. Поэтому я еду обычной скоростью, не супер быстро, но и не супер медленно. И мы просто, я быстро резко направо, и они налево, и мы вот так вот избегаем друг друга, но вверх нашей крыши вот так вот две просто сожглись, как будто вместе, такой громкий был звук, мы все заорали, как маленькие девочки, было страшно. Это полностью была моя вина, но слава богу, они не те люди, которые пойдут жаловаться на это, на мое вождение, а просто посмеялись вместе и пошли дальше. Так вот, хотела вам показать, пока никого нету. Так красиво. Показать, как выглядят кулеры, потому что я так, по-моему, и не показала толком, как они выглядят. То есть у меня кулер был полностью до верха заполнен, а теперь он уже почти пустой, потому что уже конец дня, а у нас почти 8 часов вечера, у нас сейчас 7:30. Кстати, у меня нету перерыва, целый день я на этом гольф-карте, у меня может быть вода, я могу взять с собой бутерброд и типа снэк кушать, но когда ко мне подходят люди или я вижу людей, мне кушать нельзя, жевать, естественно. Пить я могу, но жевать нельзя, это неприлично, естественно. Поэтому, да, как бы тут нету официального такого, чтобы сесть и покушать. Тут ты всегда на улице постоянно, и нужно знать, ну, ты не только сидишь целый день, ты как бы должна ходить, и, например, там есть места, где ты не можешь парковаться, поэтому ты паркуешься внизу. О, кто-то едет, по-моему, сюда. Короче, ты паркуешься внизу, и ты должна идти вверх, в гору, и вниз, и так далее. Да, едут. We got a new water challenge happening here. Hey? New water challenge. Okay, let's do it. Woo! Oh! I think you totally missed her. I have to put ice in my shirt. That's so refreshing. Challenge 2022 COVID edition. Here we go. That was fun. I think you did too. Yeah, that's good. Sweet. Okay, thank you. You're welcome. Are the best angles. Show you from the back. Yeah. Oh, we got a fucking We're taking mine. Here. Yeah, yeah, yeah. We got it. Oh, they're so cute.
делать, я же не одна. О май гад. Подождите, подожди. Подожди. Ню-ню-ню. Ню-ню-ню. Подожди. О май гад, wait. Ню. Стёп, стёп. I gotta make my mind up. I won't grind, go shine until my time's up. I got money in my mind, is that a crime, yeah? Don't wanna go back to the days when I was broke.